За год этот музей посещают почти 10 тысяч человек. Экспозиция не для слабонервных. Экспонаты извлеченные из человеческого тела, от обыкновенных куриных косточек до армейских наручных часов. И все это находится в эндоскопическом отделении Могилевской областной больницы, куда заглянули и дети асфальта. Добро пожаловать в музей проглоченных вещей. Главный стенд «Шок-музей» висит прямо в коридоре эндоскопического отделения, так что любой пациент может увидеть, чем порой бывает богат внутренний мир человека, а конкретнее его бронхи и желудок. За 40 лет существования отделения эндоскопии в областной больнице, кстати, первого в Беларуси, чего только не глотали и не вдыхали люди, случайно или намеренно. Вот колпачок от ингалятора, одно неверное движение и народное тело в бронхах. Человек скользил ночью. Стало плохо дышать. Он берет этот ингалятор брызнуть, а он оказывается колпачок на ингаляторе. И вместе с дозой медикаментов он вдыхает этот колпачок, который обтурирует бронхиальное дерево. Но чаще всего люди глотают кости. Их в экспозиции великое множество. И чаще всего виноват в этом всеми любимый холодец. Когда кушаешь холодное, оно все ослизняется, кажется, все нету и легко проходит, но вместе с этим попадает и кусочек кости. Старики заглатывают зубные протезы, дети – батарейки из электронных игрушек, а вот советские ребятишки питали слабость к мелочи. 80-е, 90-е годы, когда в обороте у нас были деньги бумажные и металлические, очень много было инородных тел, это копейки. Начиная от 1 копейки и до металлических рублей. В музее есть такие экспонаты, глядя на которые невольно думаешь, как это вообще можно проглотить? Оказывается, можно. Были случаи, что молодые люди случайно даже чистя зубы, я не представляю, как можно было, но проглотили вот эту ложку, щетку. Другие ели, принимали пищу, вместе с пищей проглотили тоже ложку. Иногда люди идут на такой рискованный шаг совершенно осознанно. Например, заключенные тянут в рот всякую гадость, чтобы месяц-другой отдохнуть в больнице. Это ложки, градусники, металлические предметы, супинаторы, гвозди, иглы. В эндоскопическом отделении есть и музейные фонды. В них то, что не вошло в экспозицию. Вещи просто эксклюзивные. Эти армейские часы молодой человек проглотил наспор. Компания отдыхала на природе, стали мириться удалью молодецкой. Одним словом, пикник удался. В конце концов, один из отдыхающих поступает к нам. И вот эти часы были извлечены из пищевода. А этот экспонат – напоминание о лав-стори, которая не закончилась хэппи-эндом. Молодой человек, 26 лет, был заключенный, отсидел. Вернувшись в родное селение, любимая его не дождалась. И он решил, как говорится, наказать. То и каково наказать? Проглотил всем иголок и гвоздь. Тоже пришлось извлекать. Благополучно извлекли все, и он здоровый. Ежегодно коллекция музея пополняется на сотню экспонатов. Врачи говорят, это грустно. И предупреждают, смотрите за собой, будьте осторожны. И будете здоровы.